Вопрос контроля за пространством сетевым, он давно висит в воздухе. Ну, с другой стороны, есть какая-то система защиты своих интересов, безусловно. То есть не может все выплескиваться на странице интернета вообще не подконтрольно. Я это понимаю совершенно спокойно, потому что если я выражаю свое мнение на ту или иную тему, то, в общем, каким бы ни был контроль, никто мне не может его запретить выразить. Но если, например, я вместо выражения своего мнения начну на своей странице где-нибудь в социальной сети призывать людей, там, не знаю, там, громить общественные учреждения или еще что-то, да, и выходить на баррикады на улице, кто может знать, благие это цели или неблагие. В любом случае, это опасность для общества. И поэтому эти призывы, они должны быть контролированы, безусловно. Я не думаю, что случится так, что Google и Facebook уйдут с просторов российской сети. Вовсе нет. Но какая-то, дай бог, чтобы это была разумная система контроля за происходящим в пространстве, она должна быть, это связано, в общем-то, с безопасностью государства. Поэтому все, что работает на благо безопасности, да и пусть работает. Но в конце концов, если у нас, ну, я, по крайней мере, как гуманитарий, я не отношусь к военным тайнам, к еще чему-то и так далее. Мое дело вкладывать свои знания и умения в развитие культуры, всего, что с этим связано. Поэтому для меня это не представляет угрозы.